Еще до начала фестиваля к палатке с красками выстроилась длинная очередь из желающих испачкаться. Одевшись в то, что не жалко, и понадежнее спрятав гаджеты, они ждали своей порции позитива в виде пакетиков с разноцветным порошком. Очень. А чем? Весельем. Я вот с друзьями, с любимыми, с вами пришел. А я специально такую одежду взял. Вы на меня посмотрите. Я, как... я даже не знаю, откуда я. Последний день учебного года. Атмосфера счастья и беззаботности. Сотни улыбок, ярких лиц, теплых объятий и красочных весельчаков создавали непередаваемое чувство единения, которое захлестнуло с головой всех пришедших на фестиваль красок «Ура, каникулы». Расскажите, что сегодня здесь происходит. Здесь у нас сегодня происходит фестиваль красок Холли, посвященный завершению учебного года. Ребятки после тяжелых трудовых будней наконец-то развлекаются. Сегодня дискотека. Сейчас будет первый запуск красок Холли, красивый. И ребята приехали к нам из Лосино-Петровского, чтобы провести этот фестиваль. Они заряжают нас своей энергией и позитивом сегодня. 3, 2, 1! Море позитива, зажигательная музыка, разноцветное настроение. Так ребята и их родители проводили еще один учебный год и встретили долгожданное лето. Как относитесь к этому празднику? Уважительно, я пришла сюда с двумя детьми, одна совсем маленькая у меня. 3 годика и 11 лет, все счастливы и довольны. А стирается потом краска? Да, конечно, куда же она денется? Фестиваль стал лучшим способом оторваться после уроков, учебников, домашних заданий. Настала пора солнца, отдыха, музыки, и сотни счастливых школьников яростно забрасывали друг друга цветной мукой. Остаться чистым не удалось никому. Даже асфальт на время стал похож на радугу, на которой места хватило всем. Я вижу, ты самый разрисованный на этом празднике. А какие твои любимые цвета? Черный и белый. А почему сегодня ты тогда такая яркая? Так получилось. Тебе нравится праздник? Да. А что он символизирует? Лето. Девчонки, праздник нравится? Да. А чем? Да. Он очень яркий. Яркий очень. Давайте перекрестим. То есть у вас такой ответ такой же, как ваши лица разноцветные, да? Да. Вы радуетесь, что закончилась учеба и начались каникулы? Да. На сцене перед разноцветной публикой выступали диджеи и юные музыканты города. Гвоздем программы стали электрогорские исполнители Марлин и Антрекс. Какой сюрприз сегодня ожидает тех, кто пришел на праздник красок? Ну это же сюрприз. Это мы самая главная суть, то что это сюрприз. А вообще 5 треков с альбома Влада ожидает слушателей. Но ведь это для тебя будет премьера на большой публике такой? Ну, можно сказать, да. А вот почему ты принял решение сегодня выступить, показать свои песни? А, да просто поступило предложение, подумал, почему бы и нет. Ну, хочется порадовать зрителей. Да, конечно, сделаем все для этого. Мне нужна девочка, маска, эта девочка, мака, она танцует, да-да, для меня воздух пара. Эта девочка, мой скан, эта девочка, мака, она танцует, травных апофеоз, дуара. Фестиваль завершился зажигательной дискотекой в 8 часов вечера. Счастливые и довольные ребята отправились домой смывать краску, ведь впереди у них 3 ярких и солнечных месяца отдыха, веселья, путешествий и приключений.